You know what I am? Problem solver. I take out the trash. Сильвестр Сталлоне возвращается на экран в привычном для него амплуа супергероя в фильме «Неудержимый». Он играет роль киллера, который пытается отомстить за смерть своего напарника. Объединив усилия с молодым детективом, они крушат все и вся, двигаясь к намеченной цели. В Нью-Йорке состоялась мировая премьера картины, где немного потрепанный жизнью, но еще вполне бравый экс-Рэмбо снова мог утешаться тем, что оказался в центре всеобщего внимания. Известно, что новое – это хорошо забытое старое. Так или иначе, каждый вроде бы новый фильм при осмыслении того, что уже было. Мы решили, если уж возвращаться, то к истокам, к оригиналу, к самой сути. Однако нужна и свежая кровь, так что мы взяли этого парня Джейсона Момоа. Посмотрим, как он справился. Срежиссировал этот омаж боевикам 80-х Уолтер Хилл, автор незабвенных 48 часов и «Красной жары». В основе сюжета французский комикс Алексиса Налена «Пуля в голову». Что касается Сталлоне, то он, как и раньше, оказался на высоте. Все трюки 66-летний актер исполнил самостоятельно. Молодой актер Джейсон Момоа говорит, что для него большой честью было работать с таким ветераном кино, как Сталлоне. Само его присутствие страшно заводило, хотелось слушать его, повторять за ним. Хорошее было время, что и говорить. Все, что от меня требовалось, это молчать и на ус наматывать. Я очень уважаю его как режиссера и сценариста. На российский экран фильм выходит 7 февраля. That's how you stay in the game. Bang, down, own.